Шалом, ребята! Мне пришла в голову очень интересная идея состряпать колоду чисто из одних зданий, которые стоят 4-4 эликсира. Именно ей мы сейчас пойдем в глобал и посмотрим вообще, что можно ею сделать. Ну что же, не забудь про подписочку, а мы начинаем. У нас 4-4 эликсира. Напоминаю, есть только одни здания. То есть в дефе нам будет вообще прекрасно, как мне кажется. А вот в атаке... не особо. Но у меня есть арбалет. Так, мы делаем вот так. И мы давайте... что мы давайте еще выставим? Давайте мы выставим вообще арбалет в натуре. А вот у нас и все. И крах пошел. Минус вышка у нас. У нас минус вышка. И у него сейчас будет минус вышка. Давайте пушку на защиту. Пушечку поставим. Пушечку. Ну ладно, хоть какой-то дамаг там и... сделали. Мы просто разогревались. Привыкали к колоде. Сейчас дальше будет еще лучше. Так, 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 так. Ну, давайте хижину гобликов поставим. Нам бы дожить до двух эликсира, до 2х, и тогда будет уже куда интересней. У него Меган еще раз возвращается. Ну что же, мы... Ай, чуть интернет подлагал, походу. Воп, 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 держи, держи карман шире. Нормально, печку, печку выставляем. Мы попробуем еще выиграть. Но сдаваться мы не собираемся, сдаваться никогда не надо. Так, у него пушечка на дефе есть. Ну ничего страшного, ничего страшного. Надо сейчас комбинацию Тесла с арбалетом, и вообще будет сказка. Ну, дожить бы до 2х на самом деле, при таком-то раскладе. Так, надгробье поставим, надгробье. Пускай стоит на всякий случай. Ну, и в принципе... мы сейчас, давайте... ага, здесь мы выставляем бомбежку. И здесь мы выставляем Теслу. Опа! Все, дело в шляпе, скажем так. Тут мы уже выставим хижину варваров. Пропустили Мегана, конечно, к вышке, пропустили. Но ладно, сейчас мы... о, элита! Элита здесь! А вот это уже плохо. Вот это уже плохо. А защититься от элиты я уже не смогу. Я уже не смогу. По крайней мере, с такой комбинацией. С таким порядком карт. С такой раскладкой. Не, здесь мы проиграли. Слили, скорее всего. Но ничего, второй бой будет гораздо эффективней. Я уверен. Первый бой там мы просто пробуем. Тестим, а дальше будет лучше. Так, тесилку. Арбалетик. Не дадим ему забрать вторую мушку. Не дадим, хоть мы и проиграли. Ну что же, 5, 4, 3, 2, 1. Эх, ладно. Сейчас идем второй бой, и он должен быть победный. По-любому. Мы примерно поняли, как играть колодой. Сейчас будет получше. Так, ну что же, ну что же. У нас пошло, поехало. Мы сразу сейчас, наверное, давайте выставим. Не будем его сильно пугать, пока выставим только хижину гобликов. А хижину варваров мы пока скроем. Посмотрим, чем он будет вообще атаковать нас. Так, ладно, Теслу. Теслу сразу, маг. Тут Тесла, маг. Что происходит? Оп, бомбежечка, бомбежечка. Давай, бац, 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 бац. Взорвись. Чего? А почему такой маленький урон? Могу вообще хоть бы хны. Может, просто из-за того, что у меня прокачка маленькая, не знаю, но... мне что-то вообще урон не понравился от бочки. Опа, пушка. Пека! Пека! Ё-моё! Пека, чем мне дефать пеку? Скелетиками? С пушкой? Ну, это будет круто, если получится. Так, хижина гоблика пошла, хижина гоблика. Давай, пека, вон, нормально, нормально. Не, пеку задефали, слушайте. Пеку задефали, нормально. Я думаю, будет куда труднее. Нормально, нормально. Полторы косаря у него на вышке. Сейчас мы ему дадим люлей. Так, опять же выставляем Теслу.
Опять уставляем Теслу, у него маг, нормально. А сейчас мы, что мы сейчас сделаем? Сейчас мы выставим. Давайте опять же выставим бомбежку, пускай она поработает хоть немножко, что ли. Ну нафиг. Ой-ой-ой. А, у меня печка есть, мне это что? Дух вперед, оп, минус скелетики. Так, ждем. 2x и выставляем орболет. И к нему сразу мы выставляем скелетиков, поскольку он, скорее всего, захочет поставить пеку. Так ты ж падла. Поставить пеку прямо на мостике, хотел сказать. Но не тут-то было. Так, ладно. Не, ну, кстати, смотрите, у него достаточно нормально так хп снизилось. Опа, бомбежка рулит. Бомбежечка. Выставляем хижину, чтобы он вообще охренел. Оп, да и что, и что? Ну, у меня печка есть, мне пофигу на твоих скелетиков. У меня есть печка, у меня есть все. Главное теперь, чтобы арбалет сейчас согрелся туда, куда надо, и будет вообще прекрасно. О, дух замечательно сработал, дух, ну как, достаточно довольно-таки нормально. Опа, все, минус вышка. Я же говорю, народ, главное привыкнуть к этой колоде, и можно и спокойно выигрывать. Вот. Бой, конечно, тоже получился такой интересный. Нормально. Но он даже не подкрался к моей вышке. Я не знаю. Может, просто чел плохо играет. Не знаю. Но второй бой, как я и говорил, мы выиграли. Прикольно. Нормально. Хорошая колода. Советую поиграть, попробовать, кто еще не пробовал. Что же, с вами был Теплый. Если понравился видосик, подписывайся на канал, ставь лайк. Напиши потом в комментариях, играл ты этой колодой и что у тебя получилось. Всем пока, до новых встреч.